Акуна Матата, дамы и господа. С вами Кентавр, всем привет. Мы находимся в игре This Land Is My Land. Это продолжение нашего выживания. Развиваюсь как могу. Само собой, видосов на канале не было давненько, но в игру я по-любому играю. Я же вам говорил, если мне игра какая-нибудь понравится, то я в нее играть буду, даже если вы ее смотреть как бы не будете. Дело в том, что мы завершили прохождение по этой игре или выживание по этой игре только потому, что... Именно на канале она больше не выходит, только из-за того, что, друзья, блин, ну, никто ее не смотрит. И вот, тихо, кто меня там укусил, что случилось? А мало кто ее смотрит, и поэтому продолжение больше не выходило. Но, так как я развиваюсь дальше, хотел показать вам, что да как. У меня там, я замечаю, есть мост, которого я до сих пор не видел. Вы видите, да, там вдалеке есть мостецкий такой серьезный. Хочу туда пробежать и глянуть, что же там за мостецкий есть. Плюс к этому, дайте вам покажу кое-что. Сейчас, секундочку. Нет, давайте сначала к речке пойдем. Надеюсь, что разработчики добавят возможность рыбачить, потому что, блин, ну река есть. Ну, то есть все возможности как бы нам даются. Почему бы и нет? Смотри, какая вода чистая, прикольная, офигенная. Вообще крутая. А в чем нюанс? Мы на самом деле сейчас находимся на территории врага. То есть здесь патрули, там патруль, тут кто-то там что-то там рубит. Моя территория, вот она. Вот. Это все как бы мое. Это мои люди там гуляют. Центр всего моего, всей моей территории, хоть он находится как бы в левой стороне, Франкфурт. Я его назвал Франкфуртом, да. Тут очень много народу, там все как гуляют, что-то там крутят, мутят. И эти вот все территориальные такие точки взяты мною. Но враг наш довольно серьезно расширил свою границу. Все, что красненькое, это территория врага. И мне не нравится, вот мы находимся сейчас вот здесь, да, мышку видите, да? И мне не нравится, что вот здесь тоже как бы враг уже уходит под низ. Он нас реально сейчас окружит, и нам будет полный трындец. По процентам, 12% из всей земли, короче, мы взяли, 38% взял враг. Это очень плохо, ух ты, как быстро у нас потемнело. Это капец как плохо, потому что отвоевывать такую территорию будет совсем непросто. Даже, как бы не то, что невозможно. Тут очень возможно отвоевывать такие вот территории. Но дело в том, что... Проблема в том, что это будет долго. То есть лучше отвоевывать вот эти вот территории только когда это только начинается. То есть все с нуля там, никто чуть ли ничего не взял. И самая большая проблема в том, что я это начинал как бы делать, отвоевывать там по красоте, как говорится, только когда разобрался в игре. Она просто непростая. Тут все на английском, как вы заметили, полностью все на английском. Скиллы, допустим, objectives, warrants, допустим, тот же craft, inventory. У нас все написано на английском. Это все надо еще разобрать и понимать, как это работает. Это, опля, это враги. А ну-ка, секундочку. Тихо. Вы меня сейчас не видите. А это, походу, какой-то... Хоп. Я понял, патруль. Это патруль, друзья мои. Да, мы находимся прям... Тут даже два патруля, смотри. Gold Gathers. Они меня не видят, потому что, во-первых, ночь. Тут их дохера будет, блин, елки зеленые. А у меня оружия для них, для всех не хватает. Кстати, вот такого здания я еще не видел. Вот патруль один, это... Почему не показывает, как они называются? И вот патруль... Вообще других чуваков. Вообще как будто другая нация. Странно очень. На вид просто совсем другие. Ну, давайте я попробую разберусь с ними. Я не знаю, сколько их. Сейчас поближе, сейчас подойдем. Не забудьте, друзья, что у нас видосик сейчас идет в 2К разрешение. Это было довольно... не сразу. В этой игре, не знаю почему, но игра не записывалась у меня в 2К. Хрен его знает почему. А сейчас у нас все с этим чики-пики. А, ну что ж, что у меня есть? У меня есть пистолет, вот такой вот пистолетик. Westford Model. У меня есть Hunter's Bow. Возьму сначала лук, чтобы меня, ну, меньше видели, что ли. Опля, там какой-то костерчик. Я вижу. Вижу. Тихо, чувак, стой на месте. Мне нужно тебя вот так вот, вот сделать. Вот смотри, вот так. И его нет, да? Его сейчас никто не заметил. Надеюсь, сейчас другого
патруля сюда не придет, другой патруль, я могу его лошадь украсть. О, так вас тут дохерища, блин. Письмо. Письмо сейчас. А что сейчас возьму? Давай сейчас возьмем. From this letter it looks as Togs, Госмедо, как их там, has sent a group people. Короче, из этого письма понятно, что чуваки, короче, Госмедо отправили группу человек, чтобы захватить или собрать золото. Should stop them. Я должен остановить их. Хорошо, это новая наша задачка. А смотри, лук. Ерунда, полностью ерунда. У нас тут есть какая-то Wooden Boy, тоже ерунда. West Front на 78, кстати, хорошая вещь. Хороший пистолет, я его беру, само собой. И патрончик мы берем всегда все. Дальше. Так как меня не видят, надо их забрать. Там двое. Тихо, тихо, ты меня не видишь. Блин, ни хрена не видно, правда. Ох, ты же, ё-моё. Да-да-да, чё там они... Где enemy? Да чё я не попадаю? Вот. Отлично. 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 Кто ещё тут у нас? Enemy over there. Я стрелы соберу. Видите, да, у нас стрелы возвращаются обратно. Это очень круто. Есть, само собой, другие стрелы. Я их тоже могу делать. Тут я ещё кого-то убирал, не? А еще другие стрелы можем делать. Так, давай потише вот так вот. Но они не возвращаются, ты их не можешь подобрать просто. Так, кстати, нам не надо. Блин, вот эти пушки хорошие, я их забираю. Take all. Вот это тоже нормально такая пойдет. Что у меня по весу? По весу у меня еще брать могу. Много чего могу, значит, беру это, беру патроны. Но это тоже как можно взять, другое как бы полное говно. Поэтому не все надо лутать. Воу, 213. Дамага дает, но только однопатронный. Это мне не нравится. Первое, что я беру, это патроны. Блин, он весит много. Хрен с тобой. Заберу. Но я уже... Опля, мне нужно отсюда сваливать. Другой патруль идет сюда. Они труп увидят. На самом деле это хреново. Видишь, гуляют. Один, второй. Их много, мы сейчас на вражеской территории, поэтому нужно быть очень аккуратным. Походу сюда они не идут, это значит мы можем еще лутаться. Если что, одну пушку я по-любому брошу. Где труп? Нет, мне сейчас не надо. Короче, хрен с ними, залутаюсь и пойдем дальше. Я понял, это по мосту, скорее всего, или как? Или нет? Странно, ну окей. Смотри, еще два чувака здесь стоят. Здрасте, А, вот еще один. Отлично. Отлично. Вот так вот мы сейчас справляемся с ними, потому что опыта немножко набрались. Когда набираешься опыта в этой игре, то у тебя все... Блин, еще один должен быть. То у тебя все должно получаться. Это маленький такой, очень маленький лагерь. Но я вижу, что я его еще не захватил, поэтому... Где-то здесь вражина еще будет. У меня, к сожалению, уже места нет. Это вообще ерунда, пушка. Патрон только забираю. У этого вообще ничего нельзя взять. Чемоданчики патрона. Блин, перевес. Хорошо. Кое-что я по-любому сброшу. Ха, ковбой, хреновый, блин. Я, по идее, вас могу сейчас вот взять вот эту вот пушечку. Да, где она у нас? Правда, она одна зарядная. Это очень плохо. Одна пуля и все. Но я могу их взять оттуда. То есть отсюда. Тихо, тихо, тихо. Кто меня там заметил? Кстати, на самом деле, пока ночь, я должен их убить. Вот он. Это последний, который должен прийти, и лагерь будет захвачен. Смотри. Внимательно, как это делается. Ну, или как это не делается. Одно из двух. Тихо, тихо, тихо. Я не попал.
Не в голову, а сейчас у нас уже в голову пошло. Отлично. Лагерь, блин, еще не взят. Значит, какие-то чуваки еще тут будут. Так, места нет, поэтому брать это не смогу. Наконец-то день, друзья, наконец-то. Значит, я могу протестировать вот эту пушечку. Если у меня что-то не получится, то что поделаешь. Так, где она? Вот она. На такую дальность. Как она вообще будет? Сколько у нее там дальности? А, вот она, 74. Мало, мало на самом деле, значит, надо брать выше. Воу-воу-воу, в голову. Ты прикинь. В голову. На такой, на таком расстоянии. Не попал, не в голову. Кто там стреляет? Секунду, секунду, это не пойдет, надо его добить. Есть. Но меня уже видят. Меня уже само... Вау-вау-вау-вау, тихо-тихо-тихо, это походу те, которые сверху. Да-да-да, ха, падает лошадь. Чувак, не двигайся, я сейчас тебя уберу. Чувачело, стой, кому говорю, блин. Пуля просто долго летит, очень долго. Давай, двигайся влево. Блин, он не двигается влево, влево. Я думал, что он влево. Вот так вот, сейчас пошел влево, говнюк. Ща мы его уберем. Ну, вот сейчас он там остановится, справа. Опять. Хорошо, патроны потратим, ничего страшного. Тихонечко, чуваки. Какой enemy over there? У меня еще кое-что для вас есть. У меня есть... вот это вот, допустим, да? Давайте мы протестируем вот эту вот пушечку. Сейчас, постреляемся немножко. Немножечко. Тихо, тихо, тихо. Сверху вы меня там не видите. Вы меня не видите, вам все кажется. А здесь два лагеря даже. Вау, раз, два, три лагеря. Ну, тут патруль. И сейчас все на меня пойдут, мне трындец, да? Че, прям спустишься оттуда, что ли? Странно. Тихо, 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 тихо. Тут как бы лагерь должен был быть. Повозка, видишь повозку? Ты ее можешь взять и реально прокатиться на ней. Блин, на таком расстоянии эта пушка, вот это вот говно. Смотри, какой у него радиус большой. Я хрен попаду в него. Значит, лучше все-таки берем этот Хантербоу. Остановись. Но. Окей, иди туда. Кого там убил? Попал. Чего ты не умираешь, я не понял. Есть. Воу! Попал в меня, говнюк. Так, секундочку. Иди сюда, нет, не ты. Ты. Давай в тебя тоже, у нас тут 4 патрончика есть. Да-да-да-да, постреляешь сейчас ты мне. Очень плохо, что наводка очень долгая. Есть. Шикарно. Пушечка так себе, то есть она прикольная, у нее дамаг хороший. Но вот вы видели, я даже в тело даже если попадаю, они не сразу умирают, это плохо. На самом деле. Хрен прицелишься. Да, далеко. Да они сами не попадают. Так что вот таким вот образом здесь захватываются территории. И само собой ты можешь... Сейчас мы пойдем тоже на свою базу. А чё они не захватываются, я не пойму. Тут еще какие-то чуваки должны быть. Очень странно. У меня есть, кстати, очень серьезный пистолет. Где он? Вот он. Вообще монстр. Смотри. Черный такой, реально монстр. А мне нужен чувак поближе. Опять же, лутаться можно. Тут мало, кстати, чего у них есть. Не знаю почему. Патрончики, тейк, тейк. Пока что это все брать не буду. Хорошо. Хорошо, давай тогда я все-таки этих попробую добить, а то они меня уже это вот заколебали. Да, постреляешь ты мне. Блин, ну это NPC, их смотри, пуля сверху вниз-то падает. А мне-то нелегко попасть. Стой на месте. Но попадаешь ты, говно, блин, а? Давай еще одну пулю зарядим. Да, сверху вниз легче. Есть, отлично. А, тут еще на лошади тоже стреляет. Ну, давай попробуй тогда свою эту вот коронный... Тихо, тихо, тихо. Чего такой меткий? Коронный револьвер, у которого радиус вообще огромный. Да хрен попадешь на самом деле. О, попал на... Расстояние большое. Слишком большое расстояние. Очень большое. Поэтому шансов мало.
Окей. С этим как бы хрен с ним. Да, я тебе покажу, как у нас работает повозочка. Она работает прекрасно. Правда, тебе нужно кататься только на дороге. Потому что если ты не по дороге ехать будешь, то она сломается. Кто там орет? То она жесть как быстро сломается. И все? Давай, давай, разгоняйся. Я могу даже ее взять себе. Серьезно, я прям попробую, сейчас ее возьму себе. Если я на ней... Да ну, блин. Еще прям нельзя. Ну, давай тогда пониже возьмем. Ща. Хм, там чувак пришел, прикинь. Пришел чувак и смотрит. Че так много трупов? Но повернись, повозкин. Блин, очень-очень туго. Туго работает. Но. Отлично. Повернись. Спустился, короче, один малыш. Ча, где мой револьвер? Глянем сейчас на расстояние как. Ерунда. Вообще ерунда. То есть слишком большой разброс. Ты видишь, крестик? Очень большой разброс. Но. Странно. Очень странно. Короче, самый лучший вариант это Hunter's Bow. Я же говорю, самый лучший вариант. Я уже... С помощью этого Hunter's Bow очень много народу здесь завалил. Погоди, тут у нас кто-то еще гуляет. Вот он. Чувак, что это там? Блин, в голову его не умер. Но. Отлично. Сейчас глянем, откуда он вообще пришел, потому что я вроде здесь всех убрал. На мост хочу попасть. И не знаю, как сейчас глянем. Эта пушечка у меня уже есть, я ее брать не буду. Тейк, патроны забираем. Пушечку эту брать сейчас нахер надо. А с повозкой, наверное, я ее оставлю, а то она как-то кривовато работает. Не хочет даже под такой вот мост залезть. Не фурчит, влево нажимаешь, она упирается и... Ну, давай, лошадки! Блин, вот так вот повозочка работает. Именно вот так. Если ты едешь по дороге, то она еще держаться будет. А если ты по дороге нихера ехать не будешь, то тебе трындец, потому что она просто тупо сломается. Ну и это как бы печально, немножко печальненько. Вот, лошадки бегают. По мосту мы сейчас... Я влево нажимаю сейчас, чтобы ты понимал, я нажимаю влево. Вот написано, wagon is being damaged, то есть вагон ваш очень сильно дамажится. Так что повозки, все. Она сломалась. Вот ты сейчас был свидетелем того, как ломаются повозки. Плохо это. Строить пока что такие повозки я пока не видел возможности. Такого я вроде еще не заметил. Но если она сломалась, ты можешь по-любому забрать эту лошадь. Да и покататься дальше. Поехать дальше. Правда, я вернусь сейчас за своей. Нашел последнего чувака. Лошадь моя как бы ждет, но я нашел последнего. Тут у нас патроны есть. Да, кстати, смотри, я могу еще эту винтовочку протестировать. Сейчас мы ее зарядим. Сейчас я тебе покажу, смотри. Последний. Я его убью и все. Слабая. Очень слабая. Вообще говно полное. Меня сейчас могут и убить даже. Все. Эту территорию мы взяли. Чтобы ты понимал, как это берется. Вот тут есть крестик, значит территория твоя. Ну, эту территорию я еще не взял, значит, там что-то, кто-то там еще гуляет. Блин, у меня хилок вообще нет. Ерунда, пушка. Это полное говно. Все, погнали домой лечиться. Поблизости есть маленький аутпост. Смотри, вот видишь, вот здесь, где мы это взяли, есть маленький аутпост, значит, я должен его взять. Здесь ты можешь телепортироваться, само собой. Это занимает много времени, это очень плохо, на самом деле, потому что если ты телепортируешься через эти вот места, то есть эти вот костры, по этим кострам, то проблема в том, что за это время, сейчас я тебе покажу, сколько времени занимает, занимает телепортирование, смотри. Аутпост наш, вот он уже наш, как бы здесь горит, да? Если я захочу, допустим, телепортнуться на нашу территорию, типа Франкфурт, допустим, сюда. Погоди, или даже вот подальше, вот. Нам нужно 53 часа для травела, то есть 2 сутки с половиной, блин. Хотя нет, это 2 сутки ровно, ну там и пару часов,
Понимаешь, две сутки, за две сутки, игровые сутки, наш говнюк-противник возьмет намного больше территории. Поэтому телепортироваться вот таким вот способом, ну, я как минимум не рекомендую. Зато здесь, будучи здесь, ты можешь с любого своего, блин, я прям реально врага, с любой точки твоего этого владения, допустим, отсюда, да, я могу взять любую пушечку. Это... Кто там? Да, я все-таки вот так вот сяду, присяду. Я могу взять любые ресурсы, любые пушки, допустим, с того же Франкфурта. То есть, смотри, вот тебе Франкфурт. Что мы можем? Смотри. Сейчас. Мне нужен чай. Они делают чай. Стопудово они делают чай, потому что я, наверное, им сделал такую задачу дал. У них задача скрафтить тяжелые стрелы, дерево добывать, Blackbrush Tea, вот они, я им дал задачу сделать 100 чаев, они сделали 100 чаев. Синю, веревки, флекс и так далее. Значит, находим этот Blackbrush Tea и забираем у них, сколько заварить-то, допустим, 10 штук. В принципе, 10, не, 10 это мало, давай 12, вот так вот, 12 чаев. Мы с вами взяли. Теперь у меня в инвентаре есть чай. То есть с помощью этого я запью даже вот так. Целых там 7 штук, 8. Выпью, чтобы у меня стамина, эта вот хпшечка поднялась. Видишь, у меня поднимается сейчас состояние здоровья. Улучшается, это очень круто. И как раз у меня чаев 6 остается для того, чтобы вылечиться потом, если вдруг на меня кто-то нападет. Дальше. Все оружие я обычно отправляю в Франкфурт. Это у меня центр-центр, как говорится. Там у нас все нужные нюансы. 1804 айтемов, то есть 1804 предметов я сюда закинул. Смотри, сколько здесь пушек. Тут одна пушка такая. Смотри, с оптикой 180. Погоди, где она? 180, где она была? Вот она, 187 дамага дает, но 2 выстрела, это очень круто. У нее есть оптика, я ее сейчас возьму. У нас даже есть 5 вот этих. 1, 2 штуки, 3, 3, 2, 4, 2, 5. Короче, очень много оружия. Но я сюда еще закину свои пушки, которые я вот сейчас взял. Пут этот, пут туда, пут сюда. Короче, все это берем, даем. Arrow это мне остается, heavy arrow, наверное, пусть пока что здесь, хотя нет, пусть будут у меня. Stand arrow то же самое, патроны я все отдаю. Стой, все, прям все патроны сейчас разгружаем полностью. Вот таким вот образом я с этой точки, это вообще другая сторона карты, да, я могу отдать все предметы, которые насобирались до сих пор. И у меня сейчас 23 килограмма веса из 70 возможных, которых я могу нести. Что у нас... дальше, блин, на мост хотел бы, но давай. Скажем так. Так, секундочку. ХПшечка у меня восстановилась, да, если не ошибаюсь. Да, ХПшечка восстановилась. Я еще немножко себя прокачал. Скиллы как бы себе прокачал. У меня целых 5600 очков. Ну, давай я прокачаю себе. У меня лук accuracy уже есть. Bow accuracy. В общем, точность хорошая у этого, у лука у меня, у любого. Могу пистол аккуруси, то есть точность выстрела из оружия, как бы повысить. Из винтовки, из револьвера. И просто weapon damage, то есть дамаг любого оружия можно поднять, то есть повысить. Это круто. Дальше, clean карма. Очистить карму можно за очень дешево, 2000 очков. Что у нас там еще есть? Improving gunner, это чтобы больше там собиралось всякой хрени, когда даем приказы. Это больше территории, чтобы на тобой было видно. Improved grab. Сейчас гляну. А, backpack могу. Увеличить себе вес с 70 килограмм до 100 килограмм. То есть могу увеличить, но это стоит 4000 очков. Блин, не дешевая штука. Но, скорее всего, нужная. Я вот прямо сейчас прямо это себе прокачаю. Отлично. У нас 4000 очков ушло на эту вот штуку. И что там у меня еще на что осталось? Hunting, bruce chance to find more meat, sinew, бла-бла-бла, skinning animals. Это мне надо, да. Больше мяса, sinew и skinning animals. Ага, мясо и sinew. Вот мне бы это вот прокачать, но нужно еще собрать. Могу weapon damage. Вот еще у меня есть деньги на очки, на дамаг оружия. Поднять, это вот как его, damage на русском, как будет это? Damage. Урон, ё-моё, да, урон. Отлично, покупаем. Все.
По скиллам у меня сейчас 100 очков, то есть очень мало. Если меня даже убьют, мне сейчас не жалко будет. Давайте все-таки мы пойдем в какой-то из городов, где у нас тут поинтереснее будет. Смотри, допустим, у меня сейчас 13 стрел, это очень мало. Опять же, берем любой город, могу вот этот вот взять, да, допустим. И посмотреть, у них есть только Heavy Arrow. Heavy Arrow мне сейчас не нужны, потому что у меня другой лук. А для моего лука мне нужны... кто у нас Arrow делает? Я им же давал приказ. Вот, Arrow, обычные стрелы. Heavy Arrow для другого лука, которые не собираются потом. Стрелы, когда ты их выстреливаешь. А здесь... Так, где у меня обычный Arrow? Сейчас, секундочку, найдем их. Вот, отсюда они берутся. Возьму штук, наверное, 15, что ли. Давайте 15. Не, у меня там уже 13 есть, значит... Дай хрен с ним, пусть будет 15. Все, 15 стрел мы взяли, у меня целых 28. Сейчас, в этот момент, я могу запросто... А что запросто? Мне нужен день. Я хочу на мост. Делаем rest. Ну, отдыхает персонаж. Сейчас будет у нас день. Это тоже как бы пару часов проходит. И на самом деле не очень-то выгодно этим заниматься. Потому что в это время, когда ты отдыхаешь, противник на самом деле не дремлет. Как подняться, блин? Это капец прям. Сейчас объедем все это дело. Отлично, шикарно, нашел момент. Нашел место, где можно подняться, это очень круто. Это вообще замечательно. Но, а ты, короче, если тебе игра нравится, если вдруг ты хочешь все-таки увидеть, как у нас развивается игра. Это кто у нас там? Мы находимся в очень большой жопе. А это вот такие вот чуваки, которых... Блин, у которых нужно успокоить. Они добывают ресурсы для врагов. Я нахожусь как бы на лошади. Мне насрать. Где он там? Я даже постел сейчас сделаю, блин. Убей. Давай, давай, убей. Тихо. Не надо. Тихонечко, ребят, тихонечко. Я тут уже... Ну, ага. Научился как бы. Блин, в шею попал. Ой, мимо, промазал. Отлично, в голову, шикарно. А, но чуть-чуть мне не дохватило. Здесь еще один. Дикая лошадь. Почему они такие разбросанные, я не пойму. Тут еще один чувак должен быть по-любому. Где-то он что-то добывает, поэтому мне не дают эту территорию. Она еще не с крестом, то есть я ее не забрал себе. Франкфурт, overpopulated. Говорят, мне сейчас пишут, что Франкфурт перенаселен. Его нужно как-нибудь, вот смотри, 10 человек из 8. Нужно направить людей, наверное, здесь. Здесь 6 из 8. Сюда направить можно. Правда, здесь не 3 человека из 8. Их больше, просто они гуляют там, что-то там ищут. Поэтому цифры не актуальны. Вот, вражин, а, нет, это не враг. Я понял. Тут, короче, 3 чувака было, давайте мы его облутаем. Ерунда, пушка ерунда, полная ерунда. Даже брать не буду, только патроны возьму. Тихо. Над головой, блин, пролетело. Patrol vanished. Это был последний чувак из патруля, который был у нас из патруля. То есть, который был у нас здесь гулял, да. Этот патруль сейчас захвачен, то есть уничтожен. Это был последний чувачело, которому нахрен нужно было здесь вообще что-то искать. И вот таким образом он поплатился. Можно. В принципе, это все могу взять. Даже это у меня сейчас... мой лагерь как бы близок. Поэтому прям могу полностью все взять. Да, я это тоже взять. Хрен с ним. Да, знаю, что можно нажать на take all. Как бы взять все. Давай глянем, что у нас у этого персонажа есть. И вот это вот говно полное. Но берем патроны. И сейчас мне нужно, как это сказать-то, мы сейчас его вырубили, но, блин, ну это, ну ерунда, нет, я эту пушку брать не буду. Intimidate, чтобы его не убивать, мы его как бы сейчас пугаем каким-то боком, я не знаю, как он здесь пугает, что он там мажет, как будто каким-то кремом мажет. И этот чувак, как его, он выходит из себя, как бы, типа, как сумасшедший сейчас будет. Там махать руками, что-то там делать. Самое главное, что мы его как бы не убили, мы его просто оставили, чтобы он ушел. Сейчас он уйдет. И как только он уйдет, он сейчас стал как сумасшедший. Всех пугается, всех боится. Чувак, уйди отсюда, уйди, иначе мне не дадут лагерь этот.
Вообще, убирайся. Что бы я тебя здесь не видел? Как только он отойдет на безопасное, скажем так, расстояние. Ну, можно еще поприкалываться еще над ним-то, а? Смотри, зарядим пушечку. Вот так вот, да? Чувачело, блин! В кого-то там... О, здесь у нас метка, скучность прикольная. Давай, убегай. Убегай, кому говорю. Видишь? Он еще не ушел, и наша зона, вот это вот, этот лагерь. Ну, маленький, конечно, но лагерь все-таки врагов. Франкфурт Овербоп. Чувак, я сейчас тебя убью, серьезно. Что это еще есть? Саксон. Тестим, друзья мои, тестируем оружие. Хрен с ним. Чувак, короче, вышел из себя, он как бы чувствует себя сейчас плохо. Он как псих сейчас. Но, к сожалению, ему будет, ну, еще больнее. Давай в тело. Говно, смотри, 98-99 урона у этой пушки. И она вот так вот дамажит. Только в голову, само собой. Вот сейчас написано, что Camp Vanished. То есть, Vanished, мы его взяли, Camp. А только в голову, если стрелять этой штукой. Вот именно, где она у нас? Вот этой вот, да, 99 дамага. Но если в голову попасть, хорошо. Если нет, то дамажит слабенько. Так что, идем на мост. И на этом мы на сегодня закончим, но не забудьте, что если вам нравится, то не забудьте поставить пальчики вверх. Это очень важно, это очень важно. Если вам понравится, я, значит, отнимаю... Опля, значит, я буду снимать дальше. Именно для вас. Играть как бы я и так буду. Блин, ну я здесь как бы ни от кого не скрываюсь, так что возьму-ка я, наверное, свой пистол. Ох ты ж, ё-моё! Стой, 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 чего, чело, стой. Где твой этот помощник? Где же помощник должен быть? А могу я его украсть? Нет, только убить. Блин, надо в голову, а то иначе... Вообще никак. Дай ему вообще насрать. Чувак! Вот тебе игра, блин, еще не готова и... Баги. Есть. Но меткость... У меня все-таки есть. То же самое говно. Забираем. Ну, придется на лошади. Какая лошадь, блин, она сломается, она серьезно. Давай, дай я тебе сейчас пока покажу. Сейчас я ее сломаю, она очень быстро ломается. И пойдем дальше к мостику нашему. Вот я уже с дороги уже сошел. Если она у NPC, она не ломается нифига. А если она у меня, блин, в руках? Все, все, она сломалась. Лошади, блин, слезли. И всем насрать. Лошадкин мой красивый, иди сюда, красавец. Смотри, сейчас опять ночь будет. Погнали, 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 погнали. Вот эти вот трупы у нас. О, игра вообще бесподобна. Она мне очень нравится. Прям вот, если есть игры, которых я кому-то рекомендую, вот эту вот я игру рекомендую. Потому что она затягивает, но не сразу. То есть не на один час должен быть... Кто там? Волки, вы что, блин, страх потеряли? Вы что, серьезно? С волками как бы у меня проблем не должно быть вообще. Чё-то... Отлично. Отлично. Но шкуру как бы надо. Поэтому, во-первых, мы берем с него шкуру, сухожилия и так далее. Шкуру, сухожилия и, само собой, стрелу себе вернул. Давай на мост я как-нибудь сегодня за эту серию попаду, нет? Ну а если вам все понравится, то я вам покажу дальше, что у нас с нашими лагерями, как вообще можно напасть на каких-то... Опять волки. На чуваков. Напасть. Вау. А ты кто? Чего у вас так много, блин? Погоди, 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 я хочу, пока они не пришли, поговорить с ним. Ты кто? Да-да, это я. Давай. Он не лидер, говорит. Тихо, волчара. Тюка-тюка-тюка-тюка-тюка. Тюка-тюка-тюка, уйди. Блин, чё я ему в хвост попадаю? Отлично. Труп. Стрел, правда, много потратил. Я ему предложил, чтобы он к нам в группу пошел. Падаешь, ты же сдох, блин, уже, все. В группу пошел, но он не хочет. Он говорит, что я как бы не лидер. Берем шкуру. Берем вот этого дела. И, кстати, не забудь, что видос у нас записывается в 2К, поэтому не забудь поменять это. Ой, остановился даже. Нормально. Поэтому меняй качество на 2К, чтобы было тебе красиво, интересно и круто. Чувак, почему ты не лидер? Что у вас за тусовка есть? Тихо, волчара!
пост. Стоять! А, говнюк. Стрелы только трачу на него. Только стрелы тратим. Где твой босс? Он говорит, что он не босс, и он это не решает. Заколебали. Пусть его жрет. Нихера себе, один удар, его убили. Нормально. Где мост? Мне вообще в какую сторону нужно, чтобы я мост нашел? Да собака, блин. Падай. Ой-ой-ой, пошли. Пошли. Отсюда мне нужно немножко покушать. Это у нас вообще проблемка. Отлично, весь чай съели, выпили. Вот видишь, когда их много, то хрен в них попадешь. Но мне сейчас нужен мост, по идее. Отлично, всех волков убил. Вообще всех. Фу, со всех сторон, короче, ко мне пришли. И нормально все, нормально, выжили. А вот и мастерские лошадки здесь гуляют. Блин, ну здесь что будет прям? Он сделан как будто для... Это заяц? Офигеть. Он сделан как будто... Чая у меня больше нет. Яйцо что дает? Хелп, стамина тоже дает. Отлично, мясо. А, ну, мясо сейчас, мне стамина нужна. Но он сделан как будто для поезда. И это круто. Здесь у нас маленький такой вот лагерёчек вот этих вот говнюков. Сейчас у нас ночь, поэтому сейчас с ними разберемся. Это у нас получится. Они в воздухе. Нормально, бывает. Смотри. Раз. Ой! Тихо, тихо. Чего? Development and expansion of Coxmeadows significantly slowed down. То есть мы немножко приостановили развитие Coxmeadow, это наш враг. Да ну? Из-за того, что мы мост типа захватили сейчас? Че, серьезно? Ну не то, что захватил, но убил пост здесь, который был. Круто, круто. Что ж, друзья, на этом мы заканчиваем. Давайте я попробую. А что попробую? Давайте попробуем, что у нас по мосту и вообще можно на нем гулять или нет. Блин, чая у меня больше нет. Трупы упали, да? Письмо. Это письмо было написано кем-то из Coxmeadow. Это наш враг. Тут написано, что какая-то группа была отправлена для того, чтобы собрать, ну, добыть золото. The group must not return to Coxmeadow from their mission. Группа не должна... Эта группа людей не должна вернуться в Coxmeadow с их миссией. Я не понял немножко, что тут они имели в виду. Опять написано, что... Экспансия. То есть экспансия Coxmeadow прекращена. Такое ощущение, как будто все, наш враг больше развиваться не будет. Странно. А, прикольный дробаш, но на маленькое расстояние. Я беру его. Че, прям так, прям серьезно я его? Франкфурт overpopulated, само собой. С Франкфуртом у нас проблема всегда, там много народу. А где все другие? Блин, а другие упали. Говнюки, а? Упали. А че я парюсь? Да я сейчас... где это у нас есть? Попробуем так, подождем просто, чтобы время прошло, чтобы у меня был день. Я хочу день. День. Смотри, видишь, как у нас небо движется. Ждем. Проматываем время. Курим травку. Все наши города, чтобы ты понимал, вот они. Это список всех наших городов. И любой из одних можно переименовать. То есть, поставь свое имя. Какое, что это такое? Почему тут красненькое? А, их напрягают сейчас, прикинь. Шикнокин. Блин, ну а если я телепортнусь туда, или вообще нельзя сейчас телепортнуться? Можно только через костер. Эти люди могут... Ага, этих убили, я понял. Да, их напрягают. Но они справились. Да, написано, что Шикокин кого-то там дестроинули. Короче, убили кого-то. Все, давай я попробую. Бежать по этому мосту можно? Или сдохну? Ох ты же, ё-моё. Только по балкам, прикинь. Нормально. Жесть! Тихо! Лошадка, не падай! Друзья мои, на этой прекрасной ноте, на таком вот рассвете... Тихо! Лошадь, не падай! Лошадь, твою мать, держись!
Блин, это бред. Короче, когда... И мне нужно было, походу, им оставить, чтобы они развивались нормально. И чтобы они достроили мост. Потому что здесь любая база, враждебная база, вот даже здесь есть база, да? Если ее оставлять, то есть она будет развиваться сама по себе спокойненько. Да-да-да, понятно, я сейчас сдохну. Прям сдохну, да? Не, жив еще. Можно оставить, они развиваются так, до готовых стен, там, каменные и так далее. Поэтому, если тебе это неинтересно, оставляешь базу, она развивается, ты потом приходишь, выносишь ее, и все прикольно, и все обалденно. Ну, а на этом мы заканчиваем. Серия получилась довольно длинная, прям капец длинная, в 2К разрешение. Это будет где-то весить целых 20 гигабайт, если даже не больше, я думаю. Поэтому оцени, пожалуйста, нравится — хорошо, нет-нет, ставь лайк, дизлайк, ну и увидимся с тобой в следующей серии. Всем удачи и всем пока.